вижу огни. Так, Тимофей, тебе предстоит впереди турнир, и тебе надо будет выступать уже в достаточно жестком стиле борьбы. Твое настроение, что ты собираешься делать завтра на соревнованиях? Ну, не допускать ошибок, которые я допускал раньше, не ошибаться на каких-то глупых местах, постараться выиграть, показать хороший бой. Всего желаю тебе удачи. Спасибо. Так, это у нас Максим Репин. Дебютант этого турнира. Расскажи о планах своих на завтрашние бои или бой. Пытаюсь обыграть своего соперника. И все, что ты хочешь сказать? Да. Все? Попытаешься обыграть? Да. Я тебе просто рекомендую еще, держи голову пониже. У тебя голова высоко, подбородок опускай. Да, больше защиты. И желаю тебе удачи. Рудольф Суслин, уже неоднократный участник некоторых турниров. Рудольф, планы на завтрашний турнир, на завтрашние бои? Минимум укрепить свои знания и показать наработанный опыт. Я думаю, получить опыт еще боев. Да. Что будешь стараться делать? Обыграть противника, обхитрить. Обыграть и обхитрить. Все, желаю тебе удачи. Так, это наш юный тяжеловес, Мигран Андыгян. Скажи, пожалуйста, Мигран, как собираешься завтра драться? Я надеюсь, что я выиграю, обыграю соперника и покажу хороший бой. Все. Будем надеяться, что ты покажешь хороший бой. Главное, умный, без ошибок, без глупости. Все, желаю удачи. Как собираешься вести бой? Ну, скорее всего, больше на агрессии. Нужно будет, скорее всего, много думать головой, потому что неизвестно, какой соперник. Нужно показать красиво. Красиво? То есть профессионально? Да. Отлично. А настроение сейчас какое? Супер. Ну супер это что? Ты не нервничаешь, ты готовишься, ты думаешь. Раздумываю вообще на завтра, что да как проводить. То есть готовишься морально? Готовюсь морально. Спасибо. А, подожди, ты с какого у нас города? Город Фролово, Волгоградская область. Волгоградская область. Как тебя зовут? Даурум Даниил. Ну удачи тебе. Спасибо. Да и завтра у тебя будет тяжелый день? Да. Ты готовишься к нему? Морально, да. Морально. А так готов физически? Да. Ну, а готов показать противнику все свое мастерство? Ну, надо не допускать ошибки, которые я допускал раньше, чтобы продвигаться вперед. Думаю, получится хороший бой. Ну, удачи тебе, Тимофей. Спасибо. Завтра у тебя веселый день будет? Да. Ты готов к нему? Да, готов. Буду пытаться выиграть бой у соперника. Покажу красивый бой. Красивый? Да. Ну, то есть заберу медали. Грамоту. Грамоту. По-любому. Я в себе уверен. Завтра у тебя серьезные соревнования, испытания. Я покажу все, что я способен, и надеюсь, я выиграю этот бой. У тебя есть уверенность в этом? Ну, я думаю, я выиграю. А как думаешь провести бой? Я хочу набраться побольше опыта, постараться выиграть ради мамы и показать красивый бой. Красивый это какой? Грамотный? Профессиональный. Профессиональный. Как тебя зовут? Билал. Завтра у тебя серьезное испытание. Да. Ты готов к этому испытанию? Да. А как ты готов? Я готов показать техничный, главное, честный, красивый бой. Не выиграть его. А сегодня настроение какое? Настроение отличное, боевое. Не боишься? Нет. Завтра у тебя, наверное, серьезный поединок? Возможно. Возможно. Почему возможно? Ты что, не участвуешь? Неизвестно противник. Ну? И возможно будет все. Ну ты как, готов к этому? Готов. А как ты готов? И физически, и морально.